А где будет забирать? Мужики красавцы, просто здорово, потому что правда, вот внутри такое состояние напряга было всю игру, а вам надо было бегать, создавать, биться, играть, поэтому вам большая благодарность за то, что и нервов у вас хватило, и мастерства хватило, и опять всей командой вытащили игру, ну и конечно Пашка Красава поддержал вас и тоже вам помог. Всех с победой! Ну у нас опять юбиляры! Ваня, 50-я, можно сказать, победная КХЛ шайба. Привет! И Миша Беляев, 150 игр. Ой, я. Майкл Беляев, 150 игр. Парни, молодчики, Пага опять, как всегда, красавчик. Николишка здорово, телега в первом сезоне. Ребят, сегодня здорово показали характер, потому что первый период было видно, что всем тяжело, перебороли это. Но сегодня отмечу человека, который добавил нам энергии, несмотря на то, что тренировался и с утра, и зал, и приехал с тренировки и на игру поехал. Марк, это тебе. Игра. Почти, почти. Ребят, если честно, настолько победа мужская командная, что я в целом рад был просто быть на скамейке и присутствовать за этой победой. Никита, с победой. Пару слов по игре. Игра была, не сказать, что легкая, довольно, прям тяжелая игра. Там всю игру счет был 1-1. Спартак очень такая команда, очень такая вязкая, быстрая. Несмотря на то, что у них нету много лидеров, они очень достойно играют и навязывают свою игру, но, к счастью, мы сумели перебороть их темп, их натиск и довести игру до победы. Слушай, вот сегодня по динамике, по там, отсутствию удалений, ну, то есть их было очень мало, по малому количеству пауз, игра сегодня смотрелась безумно динамично. Насколько было сложно выдерживать вообще такой вот темп, который, ну, и мы навязали, и Спартак поддержал, соответственно, вот друг другу? Да, ну, вот, ну, тем интереснее игра была, то есть это постоянно такой, как бы, накал, постоянно натиск, постоянно там борьба. Высокие скорости, тем интереснее играть. И, можно сказать, мы предложили эту игру, Спартак поддержал. И как бы, тем самым эта игра более интересная, более захватывающая и для нас самих, и, я думаю, для болельщиков тоже это было интересно. Третий период, два гола подряд. За счет чего удалось вот буквально вытащить концовку эту? За счет характера, за счет сплоченности команды, за счет правильных выполнений действий, которые нам давал тренерский штаб. За счет именно... Ну, командные голы, я бы сказал, такая командная победа. Я сегодня прям получил это забросить, у меня родители сегодня годовщина свадьбы, и я хочу, пользуясь случаем, хочу посвятить этот гол им. Марк, с победой. Спасибо. Пару слов по игре. Хорошая игра для меня принципиальная. То есть Ваня Телегин проявил свои лидерские качества, наконец-то забил, мы за него рады очень. И, конечно же, все рады победе. Бешеная поддержка была от болельщиков. Сегодня игра была особенной, и по эмоциям, конечно, было достаточно напряженно. Счет 1-1, потом два быстрых гола, и так, там уже немножечко отпустило. Вот два быстрых гола, за счет чего смогли выдернуть эту концовку очень сложную? Значит, у нас было больше желания. Думаю, мы больше хотели победить, и, соответственно, эти два гола показали бы это. Марк Молочек! Спасибо, спасибо, ребят, спасибо!